Как срочные новости, британские министры подготовились к смерти королевы. А в Лондоне прошла секретная репетиция на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II, в которой приняли участие британские министры, сообщает Times. Секретная репетиция была необходима для подготовки к 10-дневному национальному трауру в случае смерти королевы. Репетиция прошла на прошлой неделе. Отрабатывались действия на следующий день после возможной кончины Елизаветы II, передает РИА Новости. Также решался вопрос, когда премьер-министр будет делать публичные заявления. Источник Times заявил, что план действий по кодовым названиям «Лондонский мост» обновляется регулярно, однако впервые в нем приняли участие министры. 21 апреля королеве Елизавете II исполнилось 92 года. Напомню, что 20 лет назад еще была информация о том, что Елизавета II уже скончалась. Также в 2017 году в интернете были слухи, распространились слухи о том, что Елизавета II умерла, и на сегодняшний день действует ее клон или двойник. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на канал.